Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мистик. Сегодня мы с вами послушаем Крест Фит Курт 92 Рикошет. Давненько у нас не дропал Крест ничего, да? То есть проблемы, я не помню, вроде в декабре, что ли, мы слушали. Что-то такое. В общем, первый релиз этого исполнителя в 24 году. И посмотрим, что он нам предлагает, потому что он разную историю предлагает, и у него много где получается. Так что я очень рад, что наконец-то дропает. Но, тем не менее, в Телеграме он набрал всего лишь 3%, что довольно мало. Поэтому, если вы хотите больше реакций на Креста, то голосуйте в Телеграме, да, ссылочка в описании. Ну и на Твич тоже заходите, чтобы не проебывать стримы. Да, мы посмотрим, кто такой Кюрт, как будто знакомый ник, но хуй его знает. IC6ONE. Бульвар Депо, то есть вот такие люди, да, здесь, Салуки, так, я понял, то есть вот эта вся шайка, да, шайка-лейка, то есть, а вот этот, тоже вот этот чел, да, я не знаю, как у них читается, понятно, в общем, что-то такое должно быть самобытненькое, ну давайте смотреть, как будто должен быть хороший трек, хочется в это верить, несмотря на то, что всего лишь 3% набрал, как будто, ну, хочется верить, что люди ошибаются, да. Ну, давайте смотреть. Слушаем. Окей. Парень хитрый, он получит и больно. Я сделал хит, это первый роль. Левый ему меня не привлекает. Я тупел моих карманах форма. Самый врач, да. Я работал, только мне не нужна удача. Неплохо. Нужен был сюжет. Все, что сделал с ней, рикошет. Попрошу дать мне шею. Рэперы, зубы, клише. Спустя 6 лет я не стал, как они все. Я не улыбнусь, не смотрю на их успех. Кто-то базарил, что с виду я не фор. Но за меня, если надо, подъеду. Я не играл, и не такой, как раньше. В кармане газ, и руки мои в саже. Я не как все, я думал, это важно. Но все хотят иметь только большой бумажник. Бумажник, бумажник, бумажник. Бумажник, бумажник. Парень хитрый, он получит и больно. Я сделал хит, это первая роль. Левый ему меня не привлекает. Я тупел в моих карманах форма. Этот пит сделал мой брат Дагестан. Вся ленту я ставлю на запись. Я это гличи, но вырубаю сайки. Это дерьмо точно стоит внимания. Они никогда не смогут понять меня. Делай есть список, где все эти правила. Город ячейки, сколько вы стартали. Лопаюсь и ровно, что мне пробил самый врач. Вроде справляется, вроде норм. Я работал, только мне не нужна удача. Структура вот слабенькая. Я был в индустрии, не хочу кончать. Парень хитрый, он получит и больно. Я сделал хит, это первый роль. Левый ему меня не привлекает. Я тупел в моих карманах форма. Этот пит сделал мой брат Дагестан. Вся ленту я ставлю на запись. Я это гличи, но вырубаю сайки. Это дерьмо точно стоит внимания. Они никогда не смогут понять меня. Делай есть список, где все эти правила. Город ячейки, сколько вы стартали. Лопаюсь и ровно, что мне пробил самый врач. Я работал, но ко мне не нужна удача. Я ебал индустрии, не хочу кончать. Еще и конец страны чуть-чуть. Ну, слушайте, влетает 24-й год Крест, но типа так, so-so. Я считаю, что он может сильнее. В целом у него есть свой тембр, свое настроение, которое он довольно много где использует. Из-за этого он мне нравится. Я считаю, что слабая структура здесь. В плане вот два огромнейших припева. Хороший разнообразный куплет. Еще и нужно учитывать, что вот тут этот человек дал разнообразие. И опять же припев. То есть мне банально такая структура просто не в кайф слушать. Чисто припев на постоянке, блять. Вот. Сам Кюрт, ну, довольно интересный тембр имеет. Довольно интересный тембр имеет. Еще он может менять голос.
бумажник, вот эта история, ну, хуй знает. Для какой-то позер масляной. Я не позер, потому что позер — это тот, кто делает вид, что шарит. А, ну да. Так. В общем, не знаю, как по мне, влетает довольно соу-соу. Хотя, в целом, неплохой припев. Очень даже хороший, но он, блядь, как будто уже заебал меня. То есть, даже если этот трек и слушать на репите, то он надоест, мне кажется, быстро. Но, тем не менее, я просто уверен, что Крест может гораздо сильнее, поэтому ждем от него, соответственно, следующих работ и надеемся, что в следующий раз не подкачает, а этот чел, ну, неплох, реально неплох. Так что надеюсь, что в 24-м году мы услышим от Креста больше годных релизов, да. Ну, а на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Оставьте комментарии, не забывайте подписываться на Телеграм, на Твич, блять, на эти самые там, на Бусти. С вами был я, Афан, были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.